Ребят, 1 сентября. И для всех без исключения учебный год открывает огромные возможности для применения своих способностей, для реализации творческого потенциала. Качественное образование – надежный фундамент, основа жизненного успеха. Крымские педагоги – одни из лучших в стране. Ваши ученики демонстрируют высокие результаты при сдаче ЕГЭ, становятся победителями и призерами республиканских, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. Спасибо вам за ваш труд, за преданность делу, за бесценный вклад в образование и воспитание подрастающих поколений. Желаю педагогическим коллективам реализации намеченных планов. Повод для поздравления предоставляется методисту управления образования администрации города Ялты Овсяновой Ольге Сергеевне. Добрый день, уважаемые педагоги, родители, ученики. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, что сегодня звучали, нового учебного года. И пожелать терпения, высоких достижений в новом учебном году, крепкого здоровья, новых ярких открытий. Добрый путь! Сегодня в свою дружную школьную семью мы принимаем 60 первоклассников. Ранним сентябрьским утром, праздничным и веселым, мы поступаем мудро, дверь открывая школу. Так не робей, первоклассник, сделай свой шаг отважный. Кто ты, тихоня, проказник, это сейчас не важно. Приглашаю к микрофону первоклассников. Ребят, 1 сентября, дети идут в школу. Ставь лайк, если тоже когда-то ходил в школу.